Всем привет! Продолжаем путешествие по картинам художников. Джон Филипп, шотландский художник, родился в 1817 году, 10 апреля в Абердине, в семье сапожника. В 1836 талант молодого художника заметит Уильям Рэмзи Моу, лорд Пенмор, который принял участие в судьбе юноши и определил его ученики к художнику Томасу Джоу, оплатив его обучение. В 1837 году Филипп поступил в школу искусств при Королевской академии. Во время учебы он сблизился с группой молодых художников, называющих себя «Клика». Членами группы были Филипп Кальдерон, Уильям Пауэлл, Фрид, Гастус Эгг и Ричард Дат, на младшей сестре которого Филипп впоследствии женился. Их сын Колин Филипп стал пейзажистом и акварелистом. В 1839 году Филипп дебютировал на выставке Королевской академии. Филипп сделал искусству успешную карьеру как жанровый живописец, а в последние годы как портретист. Ранние жанровые полотна художника и шотландской повседневной жизни, такие как «Шотландское крещение» 1850 года, написаны под влиянием Дэвида Уилки и отличаются темным приглушенным колоритом. В 1851 году Филипп совершил первое путешествие по Испании. Испанские полотна Филиппа отличаются более ярким, насыщенным колоритом и написаны в смелой, энергичной манере, вполне отвечающей испанскому темпераменту. Он еще дважды побывал в Испании в 1856 и 1860-х годах, благодаря чему за художником прочно закрепилось прозвище «Испанец Филипп». В 1857 году художник был принят членом Королевской академии, а в 1860-м стал академиком, представив в качестве дипломной работы полотно «Молитва». Филипп с большим интересом и сочувствием относился к новациям, введенным в английскую живопись прерафаэлитами. Его полотна едва ли можно безоговорочно отнести к этому направлению, хотя в них заметны сходные черты, в частности, повествовательность и натурализм в изображении деталей. В 1859 году Джон Рёскин, упоминая художники в своих обзорах, отметил его работы как несколько вульгарные. Художник умер в своем лондонском доме в Кент-Хилле, Кенсингтон, 27 февраля 1867 года. Ну вот так вкратце о художнике Джон Филипп, шотландском художнике. Я пользовался данными из книги Ивана Мосина «Прерафаэлизм. Большая иллюстрированная энциклопедия». Пока-пока, до свидания, всего хорошего, смотрим работы.